В Волгограде полным ходом идет реализация программы «Компьютер для школьника», в рамках которой начальный класс общеобразовательных заведений обеспечиваются ноутбуками. Пока современную технику осваивают ученики Тракторзаводского района. С тем, как у них это получается, познакомился глава Волгограда Роман Гребенников. С подробностями Игорь Морозов. Ученики 3 А выполняют очередное задание учителя. Все как обычно, но тишину нарушает не совсем привычный звук. Вместо шелеста тетрадных листов – кликание клавиатуры. Вместо ручки и учебника у ребят – персональные компьютеры. У нас три окошка. Первое окошко – название городов, второе – название стран, третье – название континентов. Мы берем, например, Москву. Ведем ее в города. И так нам нужно сделать все правильно. Скоро подобный способ проведения уроков для волгоградских школьников станет привычным. В рамках совместного проекта администрации города и благотворительного фонда «Вольное дело» компании «Русал» 20 муниципальных образовательных заведений будут обеспечены персональными ноутбуками. Начать решили с Тракторзаводского района. На условиях 70 миллионов рублей вложила компания «Русал», поставила нам 7 тысяч компьютеров. Ну, собственно, вот для примера могу сказать, что у нас в целом в городе, в 156 школах, где обучается 80 тысяч учеников, было 7 тысяч компьютеров. Тут мы только для одного Тракторзаводского района 7 тысяч компьютеров привезли. Кстати, этот район не случайно был выбран в качестве пилотного. По статистике, лишь 30% тракторзаводских мальчишек и девчонок имеют дома компьютеры. Благодаря реализации программы «Компьютер для школьника» и у них появится возможность приобщиться к современным технологиям. Нетбуки, я думаю, нам помогут учебный процесс сделать наиболее интересным, увлекательным, грамотным. Потому что в нынешнее время без этой техники, конечно, мы понимаем, что нам нельзя. Нововведению рады все – и учителя, и ученики. Причем иногда сами школьники, которые подчас лучше любого взрослого разбираются в современной технике, впервые узнают о том, что на компьютере можно не только играть, но и делать уроки. Можно узнать новые знания, и уроки становятся не такими уж скучными. С компьютером будет легче работать, чем с ручкой писать. Все время. В настоящее время в школах района идет монтаж и освоение новой техники. Педагоги проходят курс обучения. Средства на эти цели более 15 миллионов рублей выделяет мэрия Волгограда. И уже совсем скоро персональные компьютеры станут таким же привычным атрибутом уроков, как учебник и тетрадь. С 1 апреля вообще во всех начальных классах Тракторзаводского района будут наличествовать ноутбуки. Педагоги будут абсолютно готовы, программы будут подготовлены, полностью адаптированы под эту технику. Тем временем власти Волгограда ведут переговоры с благотворительным фондом «Вольное дело» о приобретении персональных компьютеров для всех общеобразовательных школ областного центра. Игорь Морозов, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».